Уже больше 10 часов на шинном заводе устраняет крупный пожар. На место происшествия прибыл даже пожарный поезд. Огонь устраняет 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России, 92 человека и 26 единиц техники. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара. На данный момент пожар локализован. Пожар произошел в подготовительном цехе четырехэтажного производственного здания шинного завода. По уточненным данным, в ходе тушения звеном газо-дымозащитной службы спасены 3 человека. Работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны. Им оказали помощь, и сейчас они отправлены домой. Ликвидация пламени проходила в крайне сложных условиях. Сильного задымления дым был виден из разных уголков Барнаула. И низкая температура. Сейчас на улице минус 30. Замерзают даже пожарные машины. Что касается работников, их выходные начались немного раньше. Всех отправили по домам. Прокурор Алтайского края Антон Герман уже поручил провести проверку, выяснить причины пожара, а также проконтролировать соблюдение трудовых прав работников предприятия. Мы будем следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.